Всем привет, с вами Зеленый Алматинец. В этом видео я хотел бы показать свой полностью забитый разными банками чердак. Это банки от различных соков, от маринадов, от томатной пасты, ну и других прочих продуктов. Это все дело занимает здесь много места, и у меня возникла идея, давайте мы полностью здесь все переберем, посмотрим некоторые мелкие банки. Давайте с вами пустим на белое стекло, сдадим его. Сейчас я это все буду спускать вниз. И потом будем паковать в мешки и посмотрим, сколько получится банок на сдачу и сколько получится на этом заработать. Большие банки, я думаю, стоит оставить, потому что можно будет в них мариновать овощи, ну или какие-нибудь соки. Они пригодятся нам в дальнейшем. Ну а мелочь, конечно же, сдадим. Здесь снизится нагрузка на второй этаж и будет больше места. Так как я снимаю не только про металлолом, будут иногда вот такие вот темы про разные вторсырье. Ну и вот, сейчас начнем работу. Когда я перебирал на чердаке банки, мною были обнаружены мелкие металлические штучки. Видимо, они остались еще от прежних хозяев. И вот там все это было разбросано. Вот если видно, попалось немного меди. Это вот латунь. Это похоже на алюминий. Да, это он. Это цинк. Ну и попалось немного черного металла. Вот. Металлолом попадается даже в таких неожиданных местах. Так что можно найти его везде. Все ненужные банки я уже склал в мешки. Все уже упаковано. Вот. Давайте посчитаем, сколько у нас получилось мешков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мешков. Вот. Довольно много. И я точно не знаю, сколько тут килограмм. Но давайте для эксперимента взвесим один мешок. И посмотрим, сколько он весит. Это скорее самый маленький мешок. И он весит 8 килограмм 315 грамм. Давайте сейчас отправляться на приемку. Если там получится все заснять, я вам все покажу. Дорогие друзья, сдал я все стеклянные банки. Как вы видели, получилось 140 килограмм. Мне удалось выручить такую вот сумму. 2800 тенге. Здесь будет перевод в другую валюту. В общем, мы избавились от лишних банок, утилизировали такой вот мусор. Если вам понравилось данное видео, поддержите его лайками. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!